Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема нашего сегодняшнего эфира – «Как предотвратить инсульт». 29 октября будет отмечаться Всемирный день борьбы с этим заболеванием. Его задача – привлечь внимание к серьезности инсульта. Дело в том, что инсульт сегодня не приговор. Его лечение и полное восстановление вполне возможны, но только в том случае, если правильно поставлен диагноз и быстро оказана специализированная медицинская помощь. Случился инсульт, апоплексический удар, разбил паралич, хватил удар, кровоизлияние в мозг, сосудистая катастрофа, острое нарушение мозгового кровообращения. Так говорят об одном и том же состоянии. Каждый человек обязан знать и уметь распознавать первые признаки инсульта. Часто ответственность лежит именно на окружающих, людях, которые оказываются рядом с человеком, перенесшим острую фазу инсульта. О его причинах, симптомах и мерах профилактики буквально через минуту расскажет врач-специалист. Чтобы избежать инсульта, следует знать причины, которые могут вызвать острое нарушение мозгового кровообращения. После 50 каждое десятилетие жизни повышает вероятность развития инсульта в 2 раза. Вдвое увеличивает риск и наличие родственников, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения. К факторам риска относятся аритмия, сужение или закупорка сонных артерий, склонность к образованию тромбов, артериальная гипертензия. Изменение образа жизни в сочетании с лекарственной терапией позволяет предотвратить инсульт и продлить жизнь на 8-10 лет. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира – «Как предотвратить инсульт». Мы этот выпуск проводим накануне Всемирного дня борьбы с этим заболеванием. И мы, конечно же, будем ждать сегодня ваши звонки в эфир. Наш номер телефона не поменялся. 67-97-67. Таков наш телефон. И вы всегда в течение программы можете видеть его на нашем экране. Ну а в качестве врача-эксперта у нас сегодня, разумеется, врач-невролог, заведующий неврологическим отделением клиники номер 1 Центральной городской клинической больницы, кандидат медицинских наук, главный невролог Новгородской области Павел Владимирович Стариков. Здравствуйте, Павел Владимирович. Здравствуйте. Итак, инсульт – это, вот, наверное, бич нашего времени. Причем, когда я вчера готовилась к программе, лишний раз убедилась в том, что инсульт молодеет. И, конечно, очень важно отличить это состояние от любого другого. Вот если можно, расскажите нам, пожалуйста, вот чтобы вот каждый знал, это вот как вот оказывать первую помощь, допустим... Как отче наш, да. Как отче наш, да. Что делать? Даже не оказывать первую помощь, а... Что делать? Что делать? Все пациенты, все граждане с подозрением на инсульт должны быть госпитализированы. Вот. Это решение всемирное. Во всем мире существуют такие же отделения, как у нас в Новгородской области. Вот везде эти строки юнит или инсультные центры, они есть. А начинается все с окружающих, соседей или родственников, которые заподозрили инсульт у пациента, который вот находился прямо перед ним и был здоров. Что, собственно, должны проверить, если кажется, что вашего родственника парализовало или человека на улице парализовало? Нужно или пассивно поднять ему руки, да, до горизонтальной плоскости, или попросить: подними, пожалуйста, руки. И вы увидите, что одна рука медленно опускается, другая остается поднятой. Или вообще пациент на просьбу «поднимите руки» поднимет только одну руку. Получается слабость в руке. Это первый симптом инсульта. Причем этого симптома не было. Второй симптом инсульта – это лицевая асимметрия, тоже которой не было никогда в жизни. Если вы увидели, что у человека, у которого вы подозреваете инсульт, опустился один угол рта внезапно, то есть это произошло в течение, например, получаса, часа, и видите, что рот косит, лицо кривое, то это может быть сочетание со слабостью в руке, это может быть тоже симптомом инсульта. И онемение половины
тело по гемитипу, то есть это лицо и одна сторона, рука, нога, туловище, тоже внезапно онемело, и такого симптома никогда не было. Если речь человека стала непонятной, это три варианта самых частых. Первое. Пациент не понимает обращенную речь. То есть ты спрашиваешь, как тебя зовут? Не надо спрашивать, а мама, папа, как ты себя чувствуешь? Потому что он может сказать «хорошо». А ты спрашиваешь, как тебя зовут? Он должен назвать свое имя. Где ты сейчас находишься? Он говорит, я нахожусь там в квартире. А можно получить в ответ на вопрос, как тебя зовут, он может ответить «голубое небо». Ты его спрашиваешь, как тебя все-таки зовут? Он говорит, стул стоит. Ты его просишь, пожалуйста, зажмурь глаза. А он тебе показывает язык или не делает ничего. То есть не выполняет команды и не понимает обращенную речь. Себя не называет, команды не выполняет. Это вариант того, что у пациента развилось кровоизлияние или ишемия в зоне височной доли доминантного полушария. Для правши это левый висок. Сенсорная афазия называется, не понимает речь. Другой вариант. Речь становится неправильная. Тут два варианта. То есть первый мы рассмотрели, не понимает. Второе. Как каша во рту. Как речь пьяного человека, как четыре пальца в рот или как будто набрал кашу во рту. Вот такая вот будет, да? Каша во рту, которой не было 5 минут назад, полчаса назад. Вот внезапно появилась. И третье нарушение, самое частое, это моторная афазия. Ну, например, спрашиваешь, как фамилия. А фамилия, ну, давайте, например, возьмем самую частую, возьмем, не обижать, Иванов, например, да, есть у нас пациенты с инсультом Иванова. А он скажет Иван Ауф, или Ван Оф, то есть он переставит слога, выкинет какие-то слога, то есть можно понять, часть слова произнесено. То есть вместо рука он может сказать там У или УА, там УКА, да, вот. Какие-то неправильные звуки. Вот это будет моторная афазия. Это третий вариант нарушения речи. Итак, опустилась рука, перекосила рот, неправильная стала речь. Очень-очень достоверно, что это инсульт. 0,3, 112. Если вы ошибетесь, ну, вряд ли симптомы-то я рассказал очень узнаваемые, ошибетесь, но скорая скажет, ну, зря приехали. Но лучше вы ошибетесь. Не бойтесь, что вас кто-то отругает, что ты там сделал зря. Лучше вы ошибетесь, но ваши родственники будут здоровы. Не бойтесь вызвать скорую, если рука, она повисла внезапно или отказала речь внезапно. Больницы, все сосудистые центры работают 24 часа. Хоть ты находишься в Санкт-Петербурге, хоть ты находишься в Новгороде, хоть ты находишься в Старой Руси. То есть где бы ты ни находился, в любом городе, тебе окажут помощь с инсультом. Можно быть в Баку и в Ереване. Там точно такие же есть центры инсульта. Вызываешь скорую, где бы ты ни был. Ну, это вот хорошо, если кто-то окажется рядом, да, и заподозрит вот, неладное. А если человек один? Очень многие пожилые люди живут сегодня одни. Конечно. Тут мы можем говорить о том, что только предупредить, потому что если человек один, его парализовал, он может несколько суток пролежать. МЧС ломает дверь и привозит этого пациента к нам с пролежнями. Такая ситуация нередкая. Поэтому, если у вас пожилые родители, то живите рядом с ними или звоните хотя бы каждый там, утро-вечер, или вообще лучше стареньких маму-папу с собой брать. Не бросайте вы родителей, живите вы рядом с ними. Уезжают детки в другие города, а мама с папой одни остаются. Живите рядом с родителями, как они в детстве жили с вами. Вот давайте напомним, вот какое вот это вот терапевтическое окно, когда вот можно оказать... 4,5 до иглы. От момента заболевания до иглы. Но не забывайте, что стационару дается час на обследование. От момента есть норматив европейский. И в России точно такой же норматив. От момента въезда в приемный покой до иглы с тромболитиком нам разрешен час. Не забудьте, в больнице час. То есть должны въехать в больницу через 3,5 от начала. Будет уже не 4, например, часа 30 минут, а 4 часа 40. Риск кровоизлияния возрастает, польза падает. Поэтому вовремя не забудьте, что скорой надо довести до больницы.
или пробки, или вы далеко живете. Скорая может довезти, скорая привозит и из отдаленных районов, и из деревни. Скорая успевает все моментально. У меня даже был случай, скорая мне помогла невероятно довезти моего знакомого с инсультом. Звонит мне с нечленораздельной речью мой старинный знакомый. Он ни инсультом никогда не болел и что-то начинает невнятно говорить. Ему говорит, дай трубку жене. Сколько речь такая? Она говорит, полчаса. Я говорю, езжай до Синего моста, там тебя будет ждать скорая. Говорит, мы подождем фельдшера. Нет, я говорю, руки в ноги, хватайте любой трактор и, значит, из этой деревни к Синему мосту к ГАИ. И сам вызываю скорую, представляю, что я доктор, и говорю, сейчас подъедет пациент, и он, скорее всего, клиент на тромболизис. Вот, и езжайте к ГАИ Синему мосту. Скорая туда, «Жигули» туда, вместе пациент получаю я, делаю ему тромболизис, все. Мой знакомый, которого я знаю много лет, он живой, здоровый, не парализованный, нормально говорит, он здоровый полностью, вовремя успели. Слушали бы его и его жену, он был бы инвалидом. Я говорю, руки в ноги, тебя сейчас заберут. Все, все организовали. Поэтому можно, все, можно остаться живым. При инсульте, у нас звонок в студию, спокойно. Павел Владимирович, уже давненько. Мы слушаем вас. Алло, алло. Вы еще с нами? Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Да, продолжайте. У меня такой... Да, я с вами. Продолжайте, говорите, пожалуйста. Ага, здравствуйте, меня зовут Людмила. Я живу в Великом Новгороде. Mm-hmm. Так, пожалуйста, вот у меня такой вопрос к доктору. Да. У меня месяца два, правая рука, значит, заболели два пальца. Большой палец и средний палец. Они как бы занемели, вот такая вот как иголками покалывает, и их трудно согнуть назад. Вот, например, не могу согнуть и не могу выше тряпку, нету силы в руке. Угу. И вас волнует, что же это, да? Да, что это угу. такое у меня может быть? Я думаю, это что-то с нервами связано. Людмила, не знаю вас как по батюшке. Вы должны, конечно же, обратиться к доктору, как минимум, неврологу. Рассказ не похож на поражение головного мозга, потому что если поражается головной мозг, в частности, инсульт, то там не работает вся кисть. Это раз. Второе. Болей при инсульте нет. Почему эти пациенты приезжают поздно? Не болит ничего. Все тихонько, аккуратненько, сел, парализовало. Если есть боль, если есть тугоподвижность, причем не во всей кисти, а только в части пальцев, это могут быть проблемы компрессии нерва на уровне руки или на уровне шеи. А вот где сдавлен или срединный, или, значит, или лучевой нерв, это нужно уже посмотреть при явке пациента. То есть надо показаться, конечно же, врачу-неврологу. На инсульт mm-hmm. это не похоже. Mm-hmm. Придите к доктору-неврологу, доктор поколет иголочкой, понажимает точки компрессии нерва, поставит диагноз и определится, как вам помочь. Угу. Вот скажите, пожалуйста, о каких параметрах своего организма, своего здоровья нужно знать для того, чтобы предупредить инсульт? Какие анализы сдать? Ну да, то есть мы да, знаем, здоровый образ пройти? Жизни мы говорили да. уже много раз. Я думаю, что всем это уже оскомину набило, сколько надо ходить, сколько воды нужно пить. Да, что воды нужно пить достаточно много, да, потому что как будет кровь жидкая, даже с аспирином, если ты не пьешь воды, как она будет жидкая? Если нету отеков и одышки, конечно, воду пить. Так, какие параметры нужно контролировать? Традиционно мы смотрим за артериальным давлением. Есть целевые цифры. Они целевые для всей нашей планеты Земля. Не выше 130 систолическое, не выше 90 диастолическое. То есть 130 и 90. Есть отдельные категории граждан, у которых другие целевые цифры. Ну, им об этом скажет доктор. Есть определенные пациенты, у которых другая целевая цифра. Доктор это объяснит персонально. А так для большинства 99,9
0,2% граждан должны иметь давление не выше 130,90. Первый параметр. Второй. Если есть сахарный диабет. Если очень высокая гликемия, то есть она зашкаливает за 15, естественно, сосуды поражаются моментально. И там тромбоз просто идет семимильными шагами. Соответственно, тромбоз идет, мозг не получит крови. Но не только мозг, там почки не получат, миокард. Но в частности, будет закрыта сонная артерия. Соответственно, инсульт не за горами. Поэтому 15 – это чрезвычайно много. Если вы в зоне 9-10, то он тоже, риск случиться инсульту у вас в 3-5 раз выше, чем у человека, у кого гликемия на уровне 5-6. Если держать диетой, контролем, коррекцией дозы препаратов сахароснижающих, если держать целевые цифры сахаров все-таки 5-6, то риск снижается практически до среднепопуляционного. То есть получается, что больной с диабетом имеет такие же риски, как здоровый человек. Если гликемия уходит хоть чуть-чуть, то риск возрастает. Может быть, не в 5 раз, вот если гликемия 7, например, 7-8, то риск возрастает раза в 2. Но это все равно много. Зачем иметь такие шансы? Дальше. Некоторые пациенты приходят и говорят: да, я знаю, что у меня холестерин 7. И ничего не предпринимаю, потому что мне кажется, что лекарства, те вот они что-то там могут мне гипотетически. У тебя уже есть неблагоприятный фактор риска стеноза сосудов. Сделай хотя бы УЗИ, там будет видно сосуд, то есть орган-мишень, поражена атеросклерозом или нет. И мы можем подумать, что статины сейчас или мы тебе их назначим чуть попозже. Хочешь оттянуть? Давай посмотрим структуру сосуда на УЗИ. Там видно, есть бляшка, нету бляшки. Дело в том, что холестерин – это не вредное вещество, это не какой-то алкоголь или кетон, который у нас болтается в нашей крови. Из холестерина делаются в том числе мозговые клетки, их мембрана. И поэтому, если холестерина нету, из чего же будут восстанавливаться клетки мозга? Ни из чего не будут восстанавливаться. Он нужен. Но только если он зашкаливает, так давайте все-таки восстанавливать. Статины, лекарства, это лекарство, понимаете? Это не добавка, а у нее пользы больше, чем вреда. Почему-то народ думает, что больше вреда. Не называли бы лекарством. В лекарства вредные продукты. Водку же не записали в лекарство, что против тревоги и депрессии. Она осталась водкой. Ее никто в аптеке продавать не будет. Ну, не берем эпоху 90-х Бронсалова. Поэтому холестерин смотрим, сахара смотрим, тромбозы сосудов, если есть риски, смотрим, воду пьем, за давлением следим. Вы сказали, что нужно смотреть, как работают сосуды, да? Вот что с сосудами вообще? Сосуды где? Что это за обследование? Но вы знаете, что каждый орган кровоснабжается. У курящих мужчин это будет облитерирующий атеросклероз нижних конечностей. И если вы долго курите, то когда-нибудь случится гангрена, и хирурги их отрубят. Это естественно, потому что гангрену всегда отрубают. Вот поэтому, если вы курильщик, придите в отделение хирургии нашей клиники номер один, посмотрите на мужчин, которые прыгают на одной ноге или ездят вообще на колясочках без двух ног. Это все 90% курильщики, потому что облитерантов женщин-то мало. В основном это мужики, те, которые курили. Вот. Мы можем посмотреть УЗИ там. Ну а для мозга у него свой сосуд. У него не бедренная артерия, у него сонная артерия у мозга. Поэтому если есть риски тромбообразования, а сейчас вот такое очень неприятное время, что увеличивается тромбообразование при этой коронавирусной инфекции. И сейчас пока нету данных, у кого же, но мы с вами знаем, у кого больше. Это пациенты с диабетом, это пациенты, у которых тяжелое течение заболевания было, и есть сопутствующие заболевания, например, онкопатология или хроническое обструктивное заболевание легких. Ну, конечно же, диабетики, они на первом месте в зоне риска, поэтому посмотреть за холестерином, посмотреть скринингово сонной артерии можно было бы. Почему сонные? Дело в том, что у нас в организме все взаимосвязано. Если есть какой-то поражающий фактор, он подействует и на артерию ноги, и на артерию глаза, и на артерию сердца, и на сонную артерию. То есть все сосуды поражаются одинаково. Что воспаляется только один сосуд
или сужается только один сосуд, эти заболевания есть, но они очень редкие. Обычно это генерализованный называется атеросклероз, то есть везде. Но поэтому берем один какой-то сосуд, это будет нога, это будет сонная, делаем и смотрим, понимаем, какая общая картина будет в организме. В организме, значит, есть склонность к тромбообразованию. Или это жирные, плотные холестериновые бляшки. Давай тогда заниматься статинами. Mm-hmm. Поэтому УЗИ нам в этом плане помогает. У нас есть малограмотность, значит, населения в этом плане, и они все идут делать МР-ангиографию. Значит, хочу вам с полной ответственностью заявить, что МР-ангиография, да, который повально приходит на амбулаторные приемы к неврологу, говорит, я решила заняться профилактикой инсульта и сфотографировала мозги, вот, без назначения врача, и сфотографировала сосуды. Так вот, на МР-ангиографию доктор-невролог направляет перед операцией и при подозрении на аневризму, разрыв сосуда. Да, нейрохирургу нужно будет обязательно МРТ, потому что он должен знать, где делать разрез и какой, собственно, часть сосуда или мозга удалять. А так, что вот сначала перефотографироваться и прийти к неврологу с этими исследованиями не надо. Если необходимо, невролог назначит обследование. Вот. Это потому что придете к доктору, мы можем больше расспросить, чем вот ваши фотографии принесут. На УЗИ видно сосуд, а на МРТ только просвет. А УЗИ видит структуру, из чего он сделан, сосуд. Это два исследования. Наше население зачем-то делает вот это дорогое исследование. Неправильная тактика. Кстати, после того, как я перенесла коронавирус, через несколько месяцев я сделала УЗИ сосудов шеи. И выяснилось, что у меня артериальная гипертония. Но, вы знаете, я искала хороший аппарат УЗИ, и вот для меня было нет, важно. Не артериальная гипертония, а вы хотели сказать повреждение сосудов, гипертония, гипертоническая ангиопатия. Вот да. Так правильный термин. Ну, во всяком случае, вот это впервые было выявлено. По-видимому, ковид действительно влияет на сосуды. Это уже, ну, как бы известный факт. Но я убедилась на собственном опыте. Доказано, кстати, доказано. УЗИст была Наталья Сергеевна Старикова. И, так сказать, вот не является ли она супруга, вашей родственницей? Супруга. Да, потому что почему знание у меня по УЗИ добавилось? Потому что у нас получается такая врачебная семья. Вот, и я попросил, когда жена стала УЗИстом, когда-то перешла из хирургов много лет назад, я говорю, посмотри, пожалуйста, моих неврологических больных. И поэтому она ездит на конгрессы, читает кучу книжек и просвещает меня в этом, помогает мне ставить диагнозы, потому что, вот смотрите, приходит пациент с сужением какой-то артерии. Например, две сонные артерии не работают. И нам нужно определиться. А за счет чего нужно сказать человеку, сколько ты лет проживешь, и как, за какой артерией следить, за счет чего у тебя мозг снабжается, если у тебя сонная не работает. И если знать всю архитектонику сосудистую, то есть, грубо говоря, где какие сосуды куда впадают и с чем соединяются, то, посмотрев всю голову, можно узнать, на каком одном сосуде, например, на наружной сонной, через глаз заходит и питает мозг, два полушария. Бывает даже так. У меня жена это в состоянии посмотреть, поэтому она очень помогает мне в постройке прогнозов для пациента, насколько выраженное должна быть лечение статинов и дезагрегантов. Поэтому это, ну и вены мозга, конечно, тоже, вот это апофеоз УЗИстов, конечно, вены мозга посмотреть тоже у меня супруга помогает мне постановке диагнозов головных болей. Ну, к теме инсульта как бы относится вот в плане, что стеноза мы вместе с ней рассматриваем, видим уникальные случаи, флотирующие тромбы, молодой человек пил трое суток, и в похмельном синдроме у него случился инсульт. Вот, и делаем ему УЗИ, а там огромный тромб плавает. Ну, потом он осел, уплотнился, но вот он сам себе его заработал, пьяница. У нас времени уже остается очень мало. Это, наверное, тема, в общем, достойна часового эфира. У нас, к сожалению, так сказать, не все вопросы успели вот пройти в эфир. Проводку один был. Да, пришлось, да, так сказать... Не пить все-таки... надо. Вот один вопрос вижу, проводку. Увы, не надо. Увы, время все. Время, последняя минута пошла. И поэтому я вас благодарю за то, что вы к нам пришли. Приходите. Спасибо. Еще тема достойная повторения и продолжения. Мы сейчас подведем итог сказанному ранее в этой студии, затем вернемся в прямой эфир и узнаем, кто придет к нам завтра.
Мировая практика показывает, что благодаря одному лишь контролю уровня артериального давления удается снизить риск инсульта на 50%. Снижение веса – одна из самых действенных мер в профилактике инсульта. Стоит отказаться от жирной и тяжелой пищи, заняться физкультурой. Лучше всего упражнения подберет врач с учетом возраста и имеющихся заболеваний. Пользуйтесь лестницей вместо лифта. Выйдите на одну остановку раньше и пройдитесь пешком. Найдите время, чтобы прогуляться в обеденный перерыв или перед сном. Тема следующего выпуска программы «Скажите, доктор» – исправление прикуса у детей. К нам в студию придет врач-стоматолог-ортодонт детской стоматологической поликлиники Центральной городской клинической больницы Татьяна Александровна Василенок. Готовьте вопросы для прямого эфира, задавайте их заранее. А на сегодня все. Всего вам доброго и будьте здоровы.